Приветствую всех подписчиков, а также случайных зрителей, и в этом видео я для вас подготовил опять крутецкие и лучшие темы на ваш смартфон Xiaomi, чтобы вы смогли его прокачать, освежить, а может даже кого-то удивить. Не теряя ни секунды, давайте приступим. Заходим в ваш официальный магазин тем. Эти темы я уже скачал. Для того, чтобы вы смогли их скачать, устанавливаемый регион Индия, вы получите более расширенный доступ. И по названию, которые вы выберете и которые будут в закрепленном комментарии под этим видео, вы сможете выбрать тему, которая вам понравится из этого обзора. Что ж, три темы, которые я для вас подготовил. Итак, первая тема, вот она. Она называется Drops Steve Premium. Классная тема, она мне очень нравится. Применяем ее. Ждем пару секунд, телефон ее под себя адаптирует. И сейчас посмотрим, что эта тема из себя представляет. Мне она очень понравилась. На нее смотрите, чувствуете такое спокойствие, расслабление, зеленый цвет. Он вообще очень классно успокаивает, очень, ну, классно вы себя чувствуете вот в целом. Экран блокировки. Смотрим, как выглядит. Реально, экран блокировки выглядит очень классно. Помимо того, что у вас есть механические часы, так у вас есть еще и электронные часы. То есть, ну, реально классно смотрится. Ну и также некоторые менюшка быстрого доступа. Хотите камеру? Да, пожалуйста. Нажимаете, разблокируйте телефон. Вот вам камера. Все четко. Меню уведомлений, как смотрится, прозрачно. Черные круглые ярлыки с двигающимся названием. Классное меню уведомлений, меню настроек. Имеется у нас стандартное на таком темно-сером фоне. Классное тоже. Меню ваших вызовов. Тоже, в принципе, стандартное, но на темно-сером фоне. Меню набора вашего телефона тоже, в общем-то, стандартное. Классная тема, она мне очень понравилась. В целом здесь круглые ярлыки ваших приложений в желтой окантовке. Все классно читабельно, все классно видно. Поэтому эта тема имеет место быть. Если она вам понравилась, ищите в описании под этим видосиком. Мы переходим ко второй теме. Она называется вот Neon Steve Premium. Мы ее применяем на ваш смартфон и немножечко поговорим об этой теме. Тоже она по-своему имеет место быть. Ну, как вам? Я думаю, вам понравилось. Время очень классно заметно, зеленым цветом. Ярлыки приложений по-своему видны с немножко затемненным внешним видом, внешними краями. Имеет место быть. Меню вашего вызова. Да, по-своему интересно. Вот такое вот менюшка с такой зеленой окантовочкой. Меню уведомлений. То же самое. На черном фоне круглые ярлыки вашего функционала. Если функционал включен, он работает зеленым цветом. Все просто. Меню настроечек. Черная менюшка с такими полосочками заднего фона. Имеет место быть. Ярлыки мне очень понравились. С такими, я же уже говорил, внешние края, они как будто находятся на заднем фоне, немножко размытые. В этом-то и фишка. Итак, смотрим нашу третью тему. Вот как она смотрится. London Ear. Применяем. Тема применилась, своеобразная тема. Тоже на рабочем столе имеются ярлыки ваших приложений круглые с синей окантовкой. Меню ваших уведомлений, в общем-то, стандартное на черном свете, круглые ярлыки. Меню ваших вызовов, стандартное на черном фоне. Настройки тоже на черном фоне. Меню ваших блокировки экрана. По-своему прикольно, минимализм присутствует. Колесо обозрения, время, дата. Что еще нужно? Тема по-своему классная
Для тех, кто любит синий цвет, эта тема будет идеальна. Спасибо всем за внимание. Если это видео вам понравилось, эти темы вам понравились, можете ими пользоваться. Оставляйте свои лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем успехов!